Я, к сожалению, к большому, с тоской смотрю на эти всякие дурацкие высказывания, потому что по-другому их никак не назовешь. Конечно, в моих мечтах, и я говорил об этом, мощнейшая была бы страна Белоруссия, Украина и Россия, если бы собрались мы вместе. Но это тоже мои фантазии, и, к великому сожалению, этого не будет уже точно. Хотя вот эта славянская часть, доминирующая в этих трех странах, она должна жить вместе, а не раздельно. Вместе по-настоящему не как предлагает президент Беларуси Лукашенко, как таким боком, а вместе по-настоящему. Потому что тогда бы, так сказать, мощные крылья России смогли бы поддержать и Украину, и Беларусь. И у них не было бы проблем 100% никаких. Кроме, так сказать, внутренних начальников, которые, конечно же, не хотят ни под кого ложиться. А это, к сожалению, оказалось главным. Если вот эту, так сказать, часть убрать или каким-то образом дезавуировать, то можно было бы совершенно спокойно бы собирать, ибо ничего важнее этого нет.